Школьница из Ухты Карина записала к прямой линии видео вопрос. Здравствуйте, меня зовут Карина, мне 13 лет. Я из города Ухта. Скажите, пожалуйста, когда у нас отремонтируют дом молодежи? В этом году нам удалось все-таки, мы уже 3 года пытались, в этом году нам удалось все-таки привлечь федеральные, республиканские деньги на ремонт дома молодежи. Это порядка 21 миллиона рублей. Плюс дополнительно еще свои деньги будем вкладывать. Так что в этом году дом молодежи будет отремонтирован.